Приветствую, друзья! С вами снова Ярослав Мудрый-Воронцов. Я приехал на станцию метро Бориспольская и иду на сказочный город, фестиваль «Сказочный город», где сегодня будет мастер-класс на тему «Как научиться просить прощения и как научиться прощать самому». По ходу покажу вам то, что здесь есть. Сказочный город, фестиваль «Сказочный город» — один из самых оживленных, разносторонних. И, так говорится, make a fun, have a fun. Много молодежи, много людей разного возраста. И, в общем-то, есть чему здесь поучиться, есть чего новому набраться. Переключаем камеру на следующие. О май гад, селфи. Come on, man. Second pose.